Готовы? Что такое? Да! А в три раза громче. Вы готовы? Вот так вот. Ну что, кто из вас начинает, парни? 3, 2, 1. Поехали. Так что бит орёт Антон. Но что скажут зрители, друзья? Давайте поддержим Толю. Я вам гарантирую за эти столько трюков. 5. Сколько не видели еще? 3, 2, 1. Переход. Это хардкор. Антон Павлинов, обладатель уникального стиля. Еще 10 секунд. И 3, 2, 1. Спасибо, Антон. Второй раунд от Толи. Воу. Толя знает трек-лист диджея. Десять. Друзья, ну смотрится мощно же очень. Сидят расти по футбольному фристайлу. И перепост, спасибо, Толя. Друзья, давайте пошумим, Антохи, у него действительно очень жесткий батл. И 3, 2, 1. Кто знает толк в жестких трюках, кто знает на сцене. Друзья, подходите ближе, чемпионат России по футбольному фристайлу. А на сцене сейчас четырехкратный чемпион России по футбольному фристайлу Анатолий Янчев. 5, 3, 2, 1. Ай. Антон показал, что он может делать сумасшедшие вещи. Друзья, но ему нужно больше поддержки от вас. 10 секунд. Удержал. О-о-о! 3, 2, 1. Замедлите время, пожалуйста. Этот трюк достоин уважения. Ох. Друзья, ну как вам? Стреляли просто, по-моему. Ну, по ловерам точно. Как этот трюк называется вообще? Это же из футбэка, чё ты, Паш? Butterfly reverse swirl. Ну, я думаю, время судим все-таки нужно, потому что батл был действительно хардкорный. Друзья, давайте еще раз поприветствуем их и скажем большое спасибо и низкий поклон за то, что они сделали на этой сцене. Ну, Антон меня в конце просто наповал, расстрелял, потому что такие трюки мне очень близки. Здорово. Ну что, зрители, я так понимаю, уже готовы выслушать, кто же проходит дальше. Но судьям, я так понимаю, тяжело, потому что уровень просто невероятный сегодня. Анатолий Янчев против Антона Павлинова. Москва против Тюмени. Парни, как настроение? Так, да, волнительно. Толь, волнительно. Ну что, Толе сегодня нужно защитить свой титул. А Антон хотел бы выиграть чемпионат России, поэтому у парней действительно серьезные цели. И мы их очень-очень сильно поддерживаем, вещи. Болеем за них и волнуемся за них. Ну а теперь все внимание на судей. По-моему, они готовы.
Три, два, один. По-моему, это как на финале. И еще раз. Три, два, один. И... ничья, по-моему. Добрый! По-моему, столь это бывает редко.